Привет, друзья! Сезон открытой воды не за горами. И сегодня у меня на тесте, на обзоре новые очки 2021 года для открытой воды. Мы их посмотрим, потестим, но в конце я разыграю две модели очков. Ну что, погнали! Эти очки на тест мне прислала компания Крик. Это новая модель 2021 года. В принципе, первая модель у Крика по очкам. И мне было важно понять, какого они качества, поэтому я в них уже успел поплавать, потренироваться. Компания Крик – это российская компания, производитель инвентаря для плавания на открытой воде. Они известны тем, что они выпустили модель буёв Крик. Я даже делал на них обзор. Они реально очень классного качества, и обзор вы можете посмотреть по этой подсказке. Ребята решили не останавливаться, решили пойти дальше и больше захватывать мир открытой воды и выпустили свою первую модель Крик Rival. В переводе с английского Rival означает соперник, ну в таких очках реально, наверное, нужно побеждать. Основное направление этих очков это тренировочный и больше, наверное, по большей степени это открытая вода. Четыре основных цвета: оранжевый, голубой, черный и зеленый. Два типа линз. Есть поляризационные линзы, это вот эти зеркальные, которые отражают, а также есть линзы тонированные. Если вы будете плавать в бассейне, то берите с тонированными линзами. Если вы хотите выступать на открытой воде, берите с отражающими зеркальными линзами, потому что солнце не будет вас сильно слепить. Что еще из крутого в этих очках, то что тут классный угол обзора, я уже это потестил, 180 градусов. У обычных очков этот угол обзора где-то 160, здесь 180, и вот видите, вот такой загиб. Он позволяет нам больше смотреть. Сейчас я их померяю. Прикольный уплотнитель, хорошо сидит на лице и, в принципе, вот я не знаю насчет оставления кругов, но уплотнитель мягкий, хороший. Вот, смотрите, вот здесь я еще вижу руки, то есть вот какой угол обзора. И когда ты плывешь, получается, вот здесь, вот в этой части, и все дальше ты видишь своим боковым зрением, что там. Что тут есть еще? Ремешок для затяжки и быстрой регулировки резинки. Тут среднего уровня уплотнитель, довольно мягкий. Конечно, не такой мягкий, как на SpeedoView, но у SpeedoView, извините, и цена 8000 рублей. У этих очков цена в районе 2200, но к стоимости мы вернемся. И для чего нам нужен хороший уплотнитель? Когда мы плаваем на открытой воде, это дистанции километр и больше. Это время 20-30 минут, у кого-то час, у кого-то и 2 часа, в зависимости от дистанции. То нам очень важно, чтобы на глазах был комфорт. Поэтому чем комфортнее уплотнитель, чем он мягче, тем нам комфортнее плыть. Конечно, вот этот черный с синим вообще кайфовый цвет. Ну и оранжевый круто, но прям такой-то сразу четкий, сочный, мощный. Прям вообще кайф. Если вы любите черный цвет, вот это классная модель. По качеству и удобству, наверное, я эти очки бы поставил в одну линейку с зоксами-предаторами, либо с тирами Special Oops. Единственное, что они подешевле, но это тоже скорее больше плюс, чем минус. Сколько стоят эти очки? Базовые очки с тонировкой стоят в районе 2000 рублей. Зеркальные очки вот с этим напылением красивым стоят в районе 2300 рублей. Но повторюсь еще раз, ребята, берите себе зеркалки, они кайф. Итак, выводы. Я тренил в этих очках неделю. Что было в них некомфортного? То, что угол обзора 180 градусов, и поначалу это какая-то непривычка, потому что мы привыкаем к 160 градусов, а тут ты понимаешь, что еще что-то вот тут по сторонам у тебя есть. Мне очень хочется их попробовать на открытой воде, когда уже можно будет плавать и посмотреть. Наверное, это большое преимущество. Что касается резинки, кайф, очень классно и мягко присасывается, то есть не выдавливает очки, а плавно прилегает. Ну и в целом это хорошие очки за свои деньги. Ну а теперь конкурс. Я разыграю две модели очков для вас и вашего друга. Какие правила? Первое, подписаться на мой канал. Второе, написать в комментариях, какого цвета очки вы хотите, чтобы я разыграл. Ну и третье, перейти ко мне в Instagram, потому что через 3 дня я проведу там розыгрыш. Я желаю всем удачи. Также вы можете не ждать и не испытывать вашу удачу, а самостоятельно приобрести эти очки во всех плавательных магазинах. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов, школа плавания Swim Rocket, с обзором новых очков для плавания на открытой воде. Всем пока-пока.